Дизайнер не обязан этого делать. Под таким провокационным слоганом анонсировался эксклюзивный мастер-класс по дизайну интерьера в Махачкале. Рассказать о новых концепциях был приглашен ведущий специалист из Москвы Виктор Дембовский. На практическом интенсиве побывала и моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Я ощущаю, что дизайн в 21 веке – это профессия взрослых людей. Не по возрасту, а по осознанности. Рискуют, воплощают порой самые безумные идеи, создают что-то совершенно уникальное и стильное. Так работают настоящие профессионалы нового времени. Об этом дагестанским дизайнерам и архитекторам рассказывает Виктор Дембовский, преподаватель Московской школы дизайна. Специалист попутно проводит разбор полета в некоторых работ участников. Открыто говорит, в каком интерьере чего не хватает, а где слишком много лишнего. Здесь не только потолок убивает, здесь много, я говорю, этих тем, и диагонали, и восток. И лофт, и вот эти вот под Прованс мебель, такая тоже грузная, классическая. И вот эти светильники плетеные, и восточные мотивы арок. Хороший дизайн-проект – это не множество фишек, это какая-то одна, но очень сложная, крутая фишка. Понимаете, когда множество фишек – это дробит. Потому что дизайн-проект – это одно произведение. В дизайне интерьера, признается Дембовский, очень много нюансов, особенно при выборе темы. Наличие нескольких в одном проекте, по мнению спикера, создает эффект так называемой сборной солянки. С этими и другими тонкостями он делится с полным залом людей. Около 150 увлеченных дизайнеров посетили лекцию, посвященную стандартам профессии, брифам и этапам работы с клиентом, услугам и обязанностям дизайнера. Посетить эксклюзивный мастер-класс приехали даже из соседних республик. Услышала я об этом симпозиуме буквально вот вообще, ну, нечаянно, можно так сказать. Так получилось, что мы сейчас занимаемся планировкой нашей квартиры и обставляем плитками. Так как моя сестренка учится на архитектурном, я решила, что она может сделать какие-то новые выводы и увидеть новые взгляды с другой точки зрения. И я их уговорила, и пришлось нам ехать. Я по специальности сам архитектор, и где-то вот последний год я занимаюсь дизайном интерьера, поэтому стараюсь максимально участвовать вот, в дизайн-мероприятиях, форумах, лекциях, где это возможно. Я уже записываю все это, и поэтому думаю получить какие-то новые знания для себя. Мастер-класс полезен не только дизайнерам и архитекторам. Даже спонсоры мероприятия признаются, что для них это уникальная возможность познакомиться с интересными и яркими людьми. В первую очередь это наладить отношения с дизайнерами, с архитекторами, со строителями и огласить им о партнерской программе, которая, значит, стартует в нашей компании. Форум подобного рода проходит в Дагестане уже второй год. Виктор Дембовский, постоянный спикер дизайн мероприятий в республике, говорит, что впечатления от первого выступления остались только положительные. Поэтому и решил вновь выступить перед дагестанской публикой, но только уже в новом формате. На этот раз дизайнер планирует познакомиться с культурой региона, посетить древнейший город Дербент. Находиться так близко к настолько древнему городу, по сути, культовому месту, и не съездить туда, я считал, было бы неправильно. Я вообще люблю историю и историю культуры. И всегда, когда у меня есть возможность в разных точках мира, я стараюсь посещать подобные места. Организаторы мероприятия отмечают, что это только начало. Представители Design Week, первой платформы в Дагестане для проведения мероприятий для архитекторов и дизайнеров, уже определили формат для новых встреч. Мы не останавливаемся на достигнутом. И в ближайшее время, то бишь летом, нас ждет крупнейшее мероприятие для дизайнеров. То есть мы организовываем двухдневную конференцию, на которую будет приглашено очень много спикеров, самых топовых спикеров Москвы. Вот, естественно, и наши спикеры будут местные, дагестанские, выступать. Мы будем разбирать очень насущные проблемы. То есть как правильно работать с цветом, этапы работ, может быть, будем еще раскрывать о стилях, о эргономике, то есть там очень разнообразная программа, поэтому я рекомендую всем. Кроме того, в скором времени планируется запустить 5-ступенчатые курсы. Программа будет рассчитана как для начинающих, так и для уже состоявшихся дизайнеров. Патимат Ханапова, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.